Всем привет, с вами опять Аурум. Вот только что, буквально, не знаю, 10 минут назад выложил видео, в котором показывал, что выбрасывает с игры, когда идешь в бой. И, ну, что вы думаете, я был в клане, в котором снимал видео, ну, просто на этих выходных вообще не играл в Clash, поэтому остался в каком-то рандомном в клане, в котором снимал видос. Выхожу с клана, написал в Unity Start, в один из, как бы, дружественных мне кланов, чтобы опустили кубки. Ну, это время, думаю, ладно, пофармлю, все-таки дня 2-3 уже вообще не фармил, ничего не делал практически, надо пофармить. Нажимаю кнопочку «В бой», нажимаю кнопочку «Подбор» и... Собственно, как бы вот такая, короче, жесть. Возвращаюсь в Clash. Благо, грузится быстрее, чем на BlueStacks. То же самое проделываю с базой гоблинов. Нажимаю в атаку. И, о чудо, меня тоже выбрасывает. И как это все задрало? Ну, блин, ну почему, за что? То есть, у меня есть подозрение, что абсолютно у всех игроков сейчас без клана такая же херня. То есть, я не знаю, давайте проверим. Если вы выйдете с клана, попытаетесь напасть, у вас будет выбрасывать или нет? Потому что я взял... Я думал, забаганный аккаунт, ну, у чувака, попробовал на BlueStacks, его выбросило, потом вот включил свой аккаунт, и, в общем-то, блять, в общем-то, у меня такая же херня, хотя у меня iOS, то есть у меня вот iPad. Я еще не пробовал на iPhone это пробовать, но я уверен, там то же самое. Ну, честно, ну, ребят, ну, Clash, не болей, а? Ну, почему так-то? Серьезно, я уже на столько вещей разных насмотрелся, что меня вообще ничего не удивляет. Но, опять же, здесь, когда сам, блин, просто вышел с клана, решил пофармить без клана, и такая херня получается. Ну, что за нахер вообще? Ну, почему? За что? Ну, я не знаю, в общем. Плюс есть люди, которые не находятся в кланах. Вот, например, товарищ, которого я снимал, товарищ с аккаунта, которого я снимал вот с BlueStacks, вот буквально прошлое видео, то он говорит, блин, мне нормально без клана находиться. То есть он заходит, берет донат в каких-то кланах, да, в которые донатят, да, в донатерских кланах, то есть которые раздают войска. И потом он просто, грубо говоря, выходит и тусуется без клана. И как этим людям жить? Да и вообще, что за херня? Обещали, что все пофиксили. То есть обещали, что все, багов не будет. Почему так? Ладно, в общем, не буду дальше бомбить. Я знаю, вы меня не любите, когда я ною. Но, короче, как-то так. С вами был Аурум. Опять же, не показать той хрени, что, скорее всего, у всех игроков в Клэше сейчас вот такой вот жесткий баг, я тоже не мог. Поэтому как-то так. С вами был Аурум. Всем спасибо и удачки. Надеюсь, Clash болеть не будет. Пока.